Здравствуйте, дорогие друзья! Представляю вашему вниманию упрощенный проект детского сада. Может быть, кому-то понравятся отдельные идеи этого макета. Основа – крышка от коробки. Форму здания создавала из нескольких коробок, вырезанных и склеенных между собой. Песочница, шляпка и основа из картона. Шляпка держится на палочке от чупа-чупса. Вместо песка – пшено. Качель, стойки, перекладина и сиденье из картона. Сиденье с качелью соединила ниточкой. Забор – рабица. Сделала распечатку рабицы и обклеила буртики. Дуга с перекладинами из картона. Окна, двери и фигуры перед детским садом также распечатаны. Площадка детского сада – вид сверху. Кустики сделаны из обычных салфеток. Складываем салфетку, закрепляем степлером, вырезаем, придавая нужную форму. Отделяем каждый листочек салфетки. Сейчас покажу, как я делала простые березки из бумаги. Я распечатала фон березовых стволов. Можно обойтись и белой бумагой. Вот так вот быстро и просто получилась березка. Сейчас подрезаем низ ствола, чтобы придать устойчивую форму дереву. Ворота обычный картон, ромашки вырезаны из бумаги. Ну а на этом все. Спасибо, что оставались со мной. Кому понравилось, ставьте лайк и оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока!